спортсменка проводит летний отпуск в семейном кругу. На официальной странице в Instagram она опубликовала видео, где запечатлена в компании Павла Воли и детей в браке с шоуменом Павлом Волей. Лейсан Утяшева воспитывает двоих детей, сына Роберта и дочь Софию. Семейство, как и многие другие звезды, проводит отпуск на курорте. На официальной странице в Instagram спортсменка опубликовала семейное видео, где показала, как проходит ее отдых. Больше по теме пляжная мода, какие купальники звезды выбирают для своих детей, строим песочные замки, каждый день надо обязательно больше, чем вчера. Провожаем солнце, рассуждаем, куда оно уходит, встречаем луну, сидим под звездами и долго разговариваем. Мы очень важны, и наша работа тоже, веселиться, наряжаться, копаться в песке, сражаться с волнами, бегать по горячему песку, ловить солнечные лучи и спать в обед. Остановись, мгновение, поделилась своими впечатлениями Утяшева. В комментариях пользователи принялись обсуждать увиденное и спорить о том, на кого же больше похожи дети Лейсан, на папу или все-таки на маму. К слову, к единому мнению фолловеры так и не пришли. Как уже писала «Экспресс-газета», Утяшева и ее супруг Павел Воля – мастера конспирации. О вспыхнувших романтических чувствах между гимнасткой и юмористом широкая публика узнала с большим опозданием. Рождение наследников супругам тоже удавалось держать в тайне, теперь уже подросших деток пара почти не показывает, мол, станут взрослыми и сами о себе заявят. Известно также, что Роберт и София Воля появились на свет в клинике в Майами, а значит, по праву почвы получили американское гражданство.